Может, просто гранату куда-то кинул? Они по минам бегают, они не взрываются. Я детонатор ставил, нужен был купол. Там надо точно на нее наступить. Да. Бля, они прям точно по ней наступают. А что такое? Вот так, а, ну вот, теперь наступил. А до этого где они были? А до этого мы под дверьми были. Но их нету под дверьми. Они есть. А, ты их не так ставишь. Гонза, по-моему, видел мину. Вот он видел. Смотрит. Да, он видит мину. Он понял, что это мина. Ну, сейчас разбинировать хочется. Сапёр, блин. Ну, наступили. Давай ещё ближе, Гонза. Гонза достал чё-то. Не, она так же не сработает. Даже не попасть не может. Если он её настрелит... Господи, немножко дурачок, она реально очень далеко радиус, если ножом не расстреляет, будет жопа. Да не залезет, блин. Не, залезет сейчас. Не, он к мини не сможет залезть. А вдруг? Это ж кочегар, да. Сейчас с собой разминирует. Всё. Взорвалась, да? Да. Да. А, гранату кинули, походу. Угу. Кочегар вышел, кинул гранату и поехал дальше. Отлично. А где еще один? А, вон он. Баунтер. Лол, я буду играть, если только не заметить мину, подорвется. Да мин, ты зубёная. Мину очень легко заметить, вот эту, конечно. О, блин. А где он? Вон она, видишь, где пройдём этот? Видео. А? Беги. Своих, что ли? Да, да, да. Я вот сюда думал, под диванчик еще одну не засунул, типа всякий видчик. Вот, видимо, нет. Вот сейчас блудир бы вышел бы, всех положил. Болды, я буду убирать, если да. Они все на одной мини повернутся. Ну, это им плотненько надо их все. Ну, они же не спецназ, так что... Ага, а вдруг? Захотят отыграть? Он еще меня увидел. Не, увидели. Хорошая граната, слушай, классно. Что за граната от кочегара в меня? Лол. Шо кочегар делал? Два что ли или чешу? А, нет. Найс, граната от кочегара. Мне понравилось. Не, кочегара граната-то залетела внутрь как раз таки. Она залетела ко мне. Нет, через этаж. Другой кинул. Ой, беги. Что такое? А. Гачигар обезьяну с гранатами. Гачигар. Они еще мину? Я еще мину вижу, это понятно. Я буду убирать. Как его не зацепит? А, его не зацепит. Давай, давай, еще не тащусь. Он, кстати, уже ранен. Он мину видит, он боится ее. Я бы участвовал, Гашка все-таки по нему попал немного, да? Раз он ранен. Вот это как бы выронил. А я не вижу. Ну тут, кто тебя убил? Я не знаю, что меня убило. Я просто на крышу вышел и вообще на здание упало. Меня кочегар убил, да. Что ты делаешь? Вообще я как будто по зданию начал стрелять, а оно начинает падать у меня. Я вот это вообще не понял. Я просто здание продамажил. Опа, бузер попался. Полетел один раз. Боска, потом еще что-то. Они что, мину хотят разминировать? Да. Кочегар. Вот кочегар сейчас не такой не может сделать. А где Гонза? Гонза умер. Опа. Да ладно. Его даже не ранило, что? Как, а как он умер, я что-то не понимаю. Гонза? Да. Гонза будет убивать. Надеюсь, не... Через щелочку. Переиграли в КС. О, РПГшка. А там есть вообще чем? Да, вот это. Ну все, прощаем, Блодир. Или кочегар, или Блодир.
кочегар. Он с кочегар сидел сейчас. Кстати, он сейчас, наверное, попадет в эту, не стоит. А Владир-то уже ушел оттуда. Ну, а как раз свои закинь. Комната даже если залетит, то без разницы. Здание сможет. Кочегару придать? А почему чурка блондин, который он сейчас летает? Ну, может быть, он не чистый? Грязный? Да. Ну, это интересно, мы пойдем. Ну, кидаем. Чёрт, да, давай! Бум! Рубай. Почти! Бля, не успел выстрелить. Кочегар, ты меня с экрана только красавчик.